Я выхожу на съемочную площадку, до сих пор я так немножко меня подтряхивает. И я не сплю ночами до начала съемочного периода. У меня, например, маленький опыт. Есть 222 съемочных дня. Это год жизни. 72 объекта. Это обитаемый остров. Когда ничего нет. Ни одного департамента. Ни костюмов. Я уже не говорю о специальной технике, машин. Ничего нет. Ни графика еще нет. Нет ничего. И ты залетаешь вот в это. Вот после этого ты человек из стали и бетона. Но это надо пройти.